have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами в Super Bomb Survival. Давненько мы здесь не были. Режим хороший, но поскольку режимы Roblox бесконечны, то иногда такое бывает, что мы забываем про некоторые хорошие режимы, в которые нам стоило бы заходить немножечко почаще. Вроде как обещали нам, что должна подкатиться обнова, должна появиться что-нибудь новое. Даже если это вдруг не случится, я буду доволен поиграть в этот режим, потому что мы здесь давно не были, а здесь весело. Давайте. Это мы еще даже не зашли в игру. Кстати, тут по этим бегать можно, да. Устраиваешь соревнования. Через 30 секунд закончится раунд. Давайте мы тогда уже с него и начнем. Не знаю, ребятки, вот эта штука очень прикольная. Фигурные попрыгушки. Он каждый раз делает всякие разные трюки. Я этого раньше не видел. Или я забыл, но я думаю, я бы запомнил. Прыгаешь, он каждый раз делает разные сальтухи, перевороты. Передняя сальтуха, задняя, боковая. Короче, прикольно, круто. Вообще, вот это вот развлечение... Очень веселое. По-моему, да, довольно неплохо придумали, чтобы между раундами просто не стоять и не скучать. Можно даже денежку найти кое-где, что тоже круто. А, и можно изменить, чтобы было ночь. Это вообще так мягенько по глазам становится, хорошо. Единственная фишка, я не знаю, это... Ой, тут можно посидеть, пиццу поесть. Это меняет ночь только для меня, на моем мониторе, или это меняет ночь для всей комнаты? Ну, в общем-то, ладно. Ох! Шторм на 3.75, почти на 4 балла. Это жестко. Это жестко. Прям сходу нам решили сказать, ребята, вы поняли. Просто... Что? Наконец-то он у меня загрузился, я могу в тебя зайти. Давай. Мне, ко мне как раз тут бомба катится. Подходи, подходи. На тебя тут тоже хватит. Ой, я хочу бомбу, это очень вкусно. Пицца. Я слышала, что это очень такое редкое блюдо. Деликатес. Бомбы, да, прям деликатес. Ай, меня на 30 долбануло, блин, больно. Это вкуснее, чем ядовитая рыбка. Блин, вот неправильно получилось. Я сначала съел пиццу, потом меня долбануло бомбой. Если тебе хочется пиццу, не ешь ее сразу. Лучше побереги ее. Ё-моё, тут электро появилось. Ну, вообще хорошо. Тут, ну, не особо ты и спрячешься, если чё. Давай сюда, 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 сюда. Есть пицца. Можно жизни восстановиться. Ха-ха-ха. Рифманул, однако. Минечку, в менюшке что-то появилось? Челленджи новые. Дейлики? Прикольно. Челленджи тут всегда были. Ай, блин, меня локнуло на использование билки. А, уже отпустило. Нечку, и как мне получить награду? А, вот, получить награду. Че я туплю? Там так и написано. Ух ты ж, ёлки, там так и написано. Получи награду. А ну, получи, получи. Монеточка, здравствуй, монеточка. Не то, чтобы я тебя слушал, монеточка, но монеточка это всегда хорошо. Блин! Я вместе с бомбой чуть не заперся, офигеть. Я ж там сейчас бомбанил. Блин, бомбануло, и меня тоже. Неприятненько. Yeah. Нет! Нет, нет, нет! Я не хотел быть бомбой, тупая дурацкая кнопка. Я не хотел быть ей. Иногда бывает проглючивает, ты такой стоишь, хочешь... Хочешь прокопаться перед собой, а он прокапывает под тобой и становится просто обидно. Я только что так сварился. За каких-то 10-15 секунд до окончания лифт. А? Ну, а обычный большой сервак. Супер интенс. Только 5-бальный и классический. Только 3-бальный плюс без ивентов.
А давай в суперсложную, только с 5-звездной системой. Можно будет, кстати, туда подойти. Я не знаю, я сейчас первый раз увидел. Давай пока что здесь побегаем. Здесь все-таки больше рандома. А рандом это хорошо. Но для тех людей, которые прям... Я хотел нажать на кнопку, я не успел включить ночь. 3.95, еще выше, чем прошлый. Хорошо. Давайте рискнем. Что же случится? Вон уже ракета падает, бомбы падают. Торвелетик! Блин, уже... Кто мне минус 25 сделал? Как мне минус 25 сделал? Да, пофиг просто. Там наверху какой-то глобальный звездец творится. Пицца! Да. Да не стреляйте меня ракетами, мне надоело. Ёлки-палки. Катись отсюда. Меня чуть в лаву опять не слило. Ой, монеточка, здравствуй. Нет, вертолетик не успел. Ты что, сгорел? Нет. Нет. Тут цветочек. Пицца! Нельзя не соблазниться. Точно. Какой глаз, вы о чем? Бомба, бомба, бомба. Скорее, вертолетик, восстанавливайся, восстанавливайся, или я сам убегу. Электричество! Блин, тут творится вообще какая-то садомия, офигеть. Ай, не-не-не, не надо, не надо, не надо, не хочу. Почему мне 25 снесло, как? Каким образом? Кажется, почему еще 20 снесло? Кажется, почему? Я запер. Ай, блин. Ай, блин. У кого-то iPhone, а у нас тут полнейший ай, блин. Не знаю, короче, вот только под землей можно спастись. И то под землей не всегда можно спастись. Вот что обидно. Сейчас граната какая-то. Бомба. О, пицца. Бомба за мной. Кто столько пиццы под землей замуровал? Что вот в чем вопрос. Ты где? Ты где? Я очень глубоко. Слушай, ты там, где кора еще лавовая, да? Да-да-да, я именно здесь. Да-да, можно я к тебе подойду? Давай-давай, чувак, там давай. Там же тут много бомб. Творится вообще, черт знает что, полминуты осталось. Я не знаю, кто там наверху может выжить сейчас. Там... Ай! Блин, меня пнули. Ауч! 15 секунд. Мне очень даже... больно, мне очень нужна яблоко. Я вижу тебя! Такой, знаешь, как в лучших фильмах. Блин, там сейчас как бомбанет. Офигеть, у меня лава уже под ногами. Фух, я не знаю, как я выжил. Я был так близко. 165! Капает ЧГ. И это неплохо. Ну-ка. А, давайте вот эту карту. Так. Пусть ночь будет. Хочу ночь. Я тоже хочу ночь. Поскорее ночь надо успеть пойти и включить. Нет! А-ха-ха. Я опять не успел. О, грузовичок. Оч, 4. Короче, все, давай, куда доставлять груз? Я здесь. Подожди, я меня подожди, меня подожди. Нет, я не водитель. Водитель в этой кабине. Он бомбу кинул в грузовик. Под грузовик. В этот кузове мы в безопасности. Бомбу. Нет, не в безопасности. Ауч. Пол машины, блин, как никуда, офигеть. Алмаз! Я все сделаю ради того, чтобы взять это. О, ящик, еще ты одна бомба наблюдателя. Еще бомба, много, больше бомб. Так, вот этот чувак со шлемом явно что-то не то делает. Ты под землей? Можно я тебя подведу? Да, да, подходи. Ну, в принципе, пока что я вижу это как единственный способ или уметь летать, или идти под землю. Я умею летать. Тогда иди под землю. Пицца! Raining Coins, блин! Я хочу в этом поучаствовать, а мы не выберемся. Ладно. Я выберу. А, ну ты, потому что ты вертолетик, да.
Я найду свои монеты здесь, под землей. It's all mine. Ладно. Разве монетки? Так, где еще монетки? Ой, еще одна монетка. Лен, дайте мне еще монеты. Почему под землей есть пицца и так мало монет? С другой стороны, какая может быть пицца под землей? Она же, наверное, черствая. Ну ты же ее ешь, потому что тебе нужно восстановиться едой, как у всех игр. У всех игр, да, ты восстанавливаешь... Нет, монетка, золотая монетка. Золотая чаша, да. О, красота. Щит! Так, тут немножко бомб... Ой, что за кальмар? Что за кальмар? Что такое кальмар? Это бомба или нет? Кальмар это бомба. Я тебя хочу... Ай! Мне в рожу бомба, так что полетела. Закусил. Еще одна самая слабая бомба, и я сдохну. Все, мы выиграли. О, да. О, да-да-да-да-да-да-да-да. 117, тоже неплохо. Да-да-да-да-да. О, вин мультиплеер, оказывается, полторушку добавляет. Неплохо, значит, вин мультиплеер может быть и другой. Ночь. Я включил ночь. О, да. О, да, ночь. Та-та-та, катаемся туда-сюда, сюда, туда-туда. Давай включить видео. Клатч-фокус. Ну? Так, на кью это вроде, на какую это кнопку? Ты что, монету не видишь? Ладно, я возьму. Ну, не вижу я монету. А, возможно, они, кстати, падают персонально для каждого, поэтому да. 3.95. Слушайте, хорошие шторма тут. Я фокус хочу показать. Погоди. Гадю. Я парю. Ну, я вижу, и чё? Коуч. О! Я стал! И такая бомба сверху. Отлично. Тут классно, иди под землю. Это небольшой такой наш маленький бункер, да. Пицца. О, залази сюда. Нет, я что-то не хочу туда лезть. Офигеть, сколько мне сняло, блин. Да-да-да, выпустите меня, моя монеточка. Три монеточки. Блин, меня тут колбасит. Там осталось 25 жизней. 30. А, все, меня уже снесли. 30, не хочу я бомбой становиться. Базиба. Кстати, может что-то из скиллов и перков? Сколько у нас? 13 монет? 13 монет? Ну, 13 джемов и почти 6 тысяч монет. Мы можем посмотреть. Movement. Перочки. Последний трик. Самый дорогой перк. Так, этот стоит 7500. Газовая маска 7500. 11. Невидимый. Блин, ну это... За 50 есть кристальные крылья! Вот в чем фишка. Можно летать на большой скорости, но эти крылья будут тебя бить, если ты поврежден. Это нужно с полными жизнями. Тактик. Это видеть, какие перки у других людей. Вот регенерация. Но это же пассивно или это активно? Кстати, надо будет посмотреть. Пассивно. То есть активно, оно все время будет. Да, но оно заменит мне копателя, да, или нет? Не знаю. Нет, оно не заменит тебе копателя. А, стой, перки это же синие, оно мне заменит дополнительное здоровье. Точно. О, за 50 крылья. 50 штук, да? Да, а за 80 штук это что? Я даже не посмотрел. На первой строчке. Посмотри. Так. Ага, это крылья позволяют тебе летать высоко, но замораживают тебя, если ты поврежден. Ограниченное предложение. Ой, поднимание монеток вылечивает тебя. Вот это круто, кстати. Наверное.
То есть ты находишь пиццу, и не обязательно только пиццей можно лечиться. А-та-та-та-та, мяч. Ай, блин. Вот хотел поиграть, и сразу бомба прилетела. О, монетка, спасибо. Вот, смотри, смотри, я сейчас забью себя в кольцо. Вот, видишь, я сейчас забью себя в кольцо. Посмотри на красную команду. Смотрю. Забил. Забивака. Бомбы, бомбы, бомбы! Почему со мной целых две бомбы сразу? Потому что. Тебя устраивает такой ответ? Най! Блин, надо валить отсюда. Нет! Нет! Куда не тыкнешься, везде какая-то бомба, блин, засада. Чтоб тебя. О, нет. О, пицца, фу, хоть немножечко восстановиться. Если бы у тебя было супер мало жизни, у тебя бы украли пиццу с тормозом. Я бы съел этого чувака вместе с пиццей, с моей пиццей в его желудке. О, монеточка. Минута. А у меня немножечко огорчает, что у меня мало жизни. Я бы хотел больше. Я застрял. Котель. О, пицца. Все, теперь 80. Ну, вроде живем. Должны быть. По идее, если сверху не сильно бомбанет. Бомба! Выдержим. Спасите меня! О, музыкальная бомба! А, бомба! Блин, все-таки бомбануло сверху сильно! При том, что я съел только что пиццу, иначе бы у меня вообще мало жизни было бы. О, сейчас. Пицца! Ой, то есть монетка! А! Блин, мне заморозило обилку! Нет! Нет, нет, нет! Нет, ты идешь отсюда нафиг, самонаводящаяся! Как-то ты не буду говорить, кто... 15 хп. Беги. 7 6 3 2. Я выжил с 15 хп. Обалдеть. Вот это сейчас было жестенько. Следующий шторм на 4-1. Ох. А карту выбрать? Выбирай. Я же ж не против, же. Выбирай, хлопче. Так, ладно. 6 тысяч золота я себе накопил. Можно будет, кстати, подумать о каких-нибудь перочках или что-нибудь такое надо будет посмотреть. Что нам предложат? А ты не хочешь еще немножко накопить? Например, еще... Блин, меня заспаунили рядом с тобой на колесе. Да! Я не хотел падать с колеса. Я тоже. Но меня упало. Тебя упало. Человек, которого зовут Упало. Да. Черная дырка. Человек-дырка. Да встань, пожалуйста. Я только, блин, залез на колесо, оно сразу развалилось. Ха-ха. Так, становится темно. Ну и хорошо, я все равно под землей. Пицца! Пицца! Я съел пиццу. У меня 55 жизней. Это вообще... Что? Столбы лавы поднимаются! Что происходит? Столбы лавы... меня убило. Я даже не понял, как. Мне ладно, бомба такое бывает. В лицо прилетело прям. Что, бомбануло, да? Ну что ж, ребятки, давайте я вот сюда в коробочку можно? Можно, почему бы и нельзя-то. Вот так. О, все. Отсюда я с вами буду разговаривать, здесь безопасно. Да, ребятки, такая получилась сегодня игра. Не знаю, мне все равно весело здесь, все равно хорошо, хотя иногда бомбит. По-настоящему. Вот. Но здесь весело, здесь прикольно. И в самом деле надо бы посмотреть, что там можно купить новое по перкам. Может быть, не стоит, может стоит подкопить. На этом на сегодня все. Спасибо, что были с нами.
И всем до встречи в других бесконечных мирах Роблокса. Всем спасибо, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.